Всем доброй ночи. А сегодня в этом королевстве вот тут такая вот шкурка. Сейчас порву на две части банана. Ну, я им еще потом морковку выдам. То есть шкурки от банана не выкидаются. Эти друзья хорошо их объедают. Причем я никак не могу понять. Одни как бы шкурки съедают, вообще ничего не остается. А от каких-то оставляют именно как бы такие ошметочки. Ну и вторая колония вот тоже получает. Я пока специально овсянку не насыпаю. Там он поленяшечка сидит. Они, короче, дрыхнут тут еще. У них тихий час. Ну, самые как бы быстрые уже унюхали и поперли. Уже проснулись. Тут такая же тема. Вот движ пошел. Вот они на запах. Видите, как это? Вроде спали, не двигались. Минута не прошла, и вот их начинает как бы запах привлекать. Обоняние у них обалденное. Все, сейчас облепят, и через час ничего не останется. То есть, в принципе, их можно использовать как утилизатор. Для шкурок от банана, а на очистки от этих яблок. Такая тема. Вы видите, сколько их уже прошло. Сейчас вот буквально на глазах вот я подожду, чтобы вы увидели этот момент. Гляньте, больше, больше. Тут такая же тема. Вот сидела сколько в углу, вся толпа пошла туда. Кто-то крикнул, гляньте, бананы завезли. И они побежали дружно. Вот такой движ у них. Вот такая тема. Вот дождусь, когда все съедят, тогда выдам еще морковку. Сейчас драки начнутся. Гляньте, что происходит. Уже дележка, дележка. Все. Это вы тут не стояли, отстаньте. Это моя очередь. Все, нафиг. Какой у вас номер, идите туда же. На свое место. Все, короче. Опа, опа. Уже и не видно почти шкурку. Так это еще малым не досталось. Малые завтыкали. Почти он никто еще не пришел. Они он по стеночкам гуляют, им некогда. Ну, приятного аппетита вам. Занимайтесь.